Чаще улыбайся. Стивен, нам нужно поговорить. Сейчас же. Я беспокоюсь за тебя. Даже подумал бы снять тебя с задания. Вы не можете, слушай его. Жизнь тяжелого Дефорс схватила. Да ни капельки. Тогда ты не откажешься надеть простыску. Сегодня никак нельзя. У нас большой ужин с Льюисом. Давайте после дня труда. А я смогу сфокусироваться на сексуальных танцах. Стив не хочет поймать Льюиса, потому что втянулся в тело. Точно. Стив наденет прослушку сегодня же. Ладно. Я с тобой. А если попадемся, у меня есть цианид. Врагу живыми не дадимся. Погоди. Они выглядят как мы тебя не смешал. Май год. Я же делился им со всеми на почте. Ребята, уж смыть просто умора. Они нас раскололи. Выхода нет. Жри таблетку. Как вы знаете, я собрал вас сегодня, чтобы поделиться дьявольским планом. Давайте поговорим за десертом. Началось все с того, что я надрался и купил ферму рождественских елок. Но 11 месяцев, как они никому не нужны. Я должен был придумать, как зарабатывать в это время. И разработал незаконную схему. Давайте потом, мне нужно побольше. Я немного, я должен с вами поделиться. Я перемалывал деревья в опилки, но они никому не нужны. Наконец, появился шанс сделать то, о чем я мечтал годами. Травить детей. Чем больше работы, тем нужнее опилки. Не думаю, что это можно связать с вами. Это все цветочки. Ягодки были впереди. Если бы кто-то это записывал, то любой суд в мире посадил бы меня и выбросил ключ. Я отравлю городское водоснабжение. Я директор Брайан Льюис. Приехали. Ну и ну, вот это улов. Льюис стрял по самой помидоры. Не думаешь, что его слова прозвучали как-то шутливо, и суд это не примет? Ну нет, все серьезно. Я пошел на боковую. Что-то не спится. Я на всходе. Где-то будет цианида. Приму половинку. Пускай суперкомпьютер притормозит. Что ты делаешь? Я должен это сделать. Придется. Я слишком втянулся. Прежде чем ты это сделаешь, я скажу всего два слова. Телескопическая трость. Никакого эффекта. Он просыпается. Что происходит? Это дамы, которых уволил Льюис. Теперь они скидаются в форме теток с раздачи. Они хотят снов раздавать котлеты с пюрешкой. И ты им не поможешь, Стив? Помогу. Твой удар по голове вбил в меня разум. Мы покажем улику Тёрнингтону. А я поведу. Где вообще продаются телескопические трости? В Эдди Бауэр. Думаешь, это самоубийство? Главное, у нас есть запись. Можно передать ее копам. Нужно закрыть ему глаза. О, черт. У паршивца нет век. Подойдите все. Вам, копы, захочется это послушать. Да, отложите свои пончики, мусора, и слушайте. Как же здесь душно. Я проиграю. Зачем я вылокал аризонский расти? Стив по курку надел кофту с рукавами. Он совсем тюрьмы, что ли? Что ж, у нас ничего нет. Не выключай. Сейчас я запою песню с мюзикла «Злая». Волшебник ждет тебя. Тёрнингтон мёртв. Весь город скоро отравят. И Льюис попросил меня приехать на его ферму. О, Господи, он меня убьет! Нет, он убьет нас. Ты не поедешь. Мне приятно, что ты беспокоишься, но я поеду. Ладно, но скажу...